уважаемые журналисты, директора музыкальных фестивалей. Меня зовут Мария Семушкина, и я торжественно открываю финал конкурса молодых исполнителей, который проходит в пятый раз, и предоставляю слово Юрию Виноградскому, который будет сегодня помогать вести этот конкурс, который все это время помогал отбирать музыкантов на нашем сайте. И вот уже 5 лет вместе с Юрием, замечательным промоутером, организатором фестиваля «Мусэнерго», мы делаем наш конкурс. Юра, тебе слово. The Masha Beauty in this, because I was an employer of this company, and I cannot, she's the boss still. There are a lot of people who speak better English, and I will start with some very final story about the same contest of young jazz musicians. It was 3 or 2 years ago, when on the same stage with the final contest was the concert of Branford Marsalis, and during one of the contest performances, and some acoustic strings trio played some light chamber music. Mr. Marsalis was in his rehearsal room right near and just played some da-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 da. And this powerful saxophone was more loud than the contest program. And somebody asked me, Yuri, please come to Mr. Marsalis and tell him play a bit not that loud. I came to him, and because my English was not that good even then, I tell exactly Mr. Thank you.
Thank you.
distances, a distance between us. You can't show me the world.
Thank you.
Georgia.
it's a song that you could play with us. So just with your clap. Thank you.
fall down the alleys when I was born. Some will be seen, some will focus on the same. Words for you, you have to.
City of St. Petersburg, vocal group at Libetum. Best.
Be remembered.
Thank you.
Thank you.
We're going to start with the song Angels. Thank you.
Спасибо. Come on, help me.
gentlemen, thank you for putting the last one. And finally, for our special guests from foreign countries, something close to real jazz. Trio of Denis Galushka from the Russian city of Екатеринбург. Добрый вечер еще раз всем. Добрый вечер, уважаемые жюри. My name is Denis. This is my trio. We play my music. Music from my heart. I hope you enjoy.
Thank you.
Уважаемые музыканты, прошу немножечко внимания. Наконец-то наше жюри проголосовало. Нам потребовалось достаточно времени, чтобы обсудить каждый коллектив. И действительно, каждый коллектив обсуждался очень подробно. И мы голосовали очень честно. То есть каждый член жюри по пунктам оставлял по очередности коллективы, которые он считает на первом месте, втором, третьем и так далее. И абсолютно единогласным решением мы хотим присудить гран-при Денису Галушко из Екатеринбурга. И также я хочу отметить то, что коллектив Дениса Галушко мы приглашаем выступить с небольшим коротким сетом на площадке «Аристократ». Несмотря на то, что мы не планировали ваше выступление завтра, но мы очень хотели бы все-таки, чтобы наша московская публика нашего фестиваля обязательно вас услышала. И также приглашаем вас выступить на вашей родине на фестивале в Екатеринбурге 13 июля. Браво! Спасибо. И также я хотела рассказать про другие призы, которые мы присуждаем следующим группам. Прежде всего, хотела пригласить на сцену Ольгу Князькину, нашего партнера компании RMA, которая занимается образованием в сфере музыкальной индустрии, и она хочет присудить специальный приз в сфере музыкального образования. Добрый день. Но пока все призы не объявлены, для вас, может быть, это будет неожиданностью, может быть, нет. Но мы постарались отметить всех участников, потому что все очень разные и все заслуживают призов. Итак, мы хотим присадить грант на курс на 60 тысяч рублей на курс «Клубный менеджмент и концертная деятельность». Это люди, которые мы хотим, чтобы делали самые лучшие концерты. Итак, это группа «Рекейвен». Мы хотели вместе с жюри отметить группу «The Voices» и пригласить их выступить на площадке «Партер» на главной сцене фестиваля завтра, 15 июля. Мы сейчас выдали главный приз гран-при, теперь даем так называемые поощрительные призы, которые на самом деле для многих музыкантов, уверена, тоже будут очень значимы, потому что выступление на главной сцене – это все-таки очень большая честь. Поздравляю вас! Специальный приз для FX-квартет выступление на площадке Jazz Club на фестивале. И последняя номинация – это запись. Предоставление возможности записать свой новый альбом в студии. Манук Газарян. Большое спасибо, уважаемые жюри. Также я хотела пригласить на сцену других участников, которые просто получат статуэтки. И мы надеемся, что в будущем вы обязательно выступите у нас на фестивале. Я приглашаю группу Ad Libitum, если они еще здесь. Нет? Уехали? Окей, мы тогда оставим этот приз. И Софи Вилли. Вы получаете в любом случае статуэтку прекрасную, сделанную дизайнерами своими руками. Как финалист конкурса молодых исполнителей вы можете носить с гордостью это имя. И, как я уже сказала, действительно вас слушали с большим удовольствием, но у нас абсолютно честное голосование. И, возможно, что кто-то из директоров, присутствующих здесь в фестивале, по достоинству вас оценил и пригласит вас к себе в будущем.
Большое спасибо всем. Thank you. И завтра начинается фестиваль «Усадьба джаз», и мы все встречаемся в усадьбе Архангельска. Спасибо.